привет! Меня зовут Пешкова Оксана, это Кардамон Клуб. Мы приступаем к самой интересной части, урок номер один – шоколад. Сегодня мы изучим темперирование шоколада, расскажем, что это, ну, не особо в подробностях, но расскажем. Также мы вам расскажем основы и принципы окрашивания какао-масла, что такое термотрансфер, как его приготовить дома в домашних условиях, какие можно использовать пленки. И все остальное. Мы будем работать без камня. Вот все, что у меня для работы необходимо, у меня под руками. Для этого нам понадобится шоколад. Сегодня мы будем работать на итальянском шоколаде Ирка Рено. То есть это хороший шоколад, качественный, вкусный, кстати, мне он очень нравится. И будем работать с какао-масло Барико Либо. Какао-масло у нас здесь в калетах, и шоколад Ирка тоже в калетах. Это очень удобная фасовка, в принципе, вот, пожалуйста. Очень вкусно пахнет, 100% какао-масло, ничего в нем лишнего. Также у нас есть еще какао-масло Микрио, о нем я вам расскажу попозже, зачем оно необходимо, как с ним работать, да, и в чем его несомненный плюс, особенно для начинающих. Итак, начнем мы с вами, пожалуй, с форм. Есть формы поликарбонатные. Поликарбонатные формы, они отлиты из твердого пластика поликарбоната, очень удобны в работе, но при этом очень дорого стоят. То есть используем самые простые, дешевые пластиковые. Они... Да, но немножко другая. Вот у меня фирменная поликарбонатная форма Барико Либо. Она у меня одна, и я вполне с ней справляюсь, очень ее люблю. Она у нас вот здесь с какао-бари логотипом, поэтому это не Китай абсолютно. Но да, с формами поликарбонатами одно удовольствие работать, особенно если вы готовите конфету. Для начинающего шоколадье я считаю, что вам вполне подойдут пластиковые формы, да, то есть их огромное разнообразие, они стоят очень дешево, там, не знаю, 60 рублей. То есть вот на Сеусы, например, я их очень люблю, вот, шоколадные формы, ключи. Смотрите, какие там, например, вот вам наборчик новогодний, домик и елочка. Очень хорошо в коробочку вместе ложатся, кстати. Покрасить немножко кандурином, вот вам набор будет. Очень красивый, очень хорошо продаваемый. Поликарбонат, он придает блеск изделию, конечно, несомненно, гораздо лучше и ярче, но ради одного блеска его покупать нет смысла, наверное, да. То есть для конфеты, когда вы в нее углубитесь, да. Купите, пожалуйста, берите простые формы, не берите, пожалуйста, там, с углами, там, ну, как бы с всякими доп. Элементами. Просто начните с полусфер. С полусферами можно такое творить, вы даже себе не представляете. По пластику. Мы сегодня будем заливать молоточек с инструменты зальем. Молоточек и ключ разводной, насколько я понимаю. Абсолютно простую плитку. То есть вот здесь усики сделаем. И сделаем полусферы. Полусферы мы причем зальем и сделаем из них шарики. Немножко неровно. То есть сейчас эти шары очень популярны, на тортах хорошо смотрятся. Цена вопроса этой формочки всего 70 рублей. Позвольте, ее может себе каждый, любой, и может сделать всякие интересные вещи. Да? То есть тут сюда вот в эти формы сейчас в последнее время даже стали класть тортики. То есть у вас вот такие торто-шары будут. Ну, то есть как бы они очень удобны в работе, мне нравится. Мы начнем с подготовки форм к работе. То есть формы обязательно необходимо протереть спиртом либо водкой. Уберем тампон, обезжириваете, все, готовите свою форму, чтобы у вас там ничего не оставалось. Далее форму необходимо натереть. Для чего мы натираем форму, в том числе и поликарбонатную, если вы работаете? Для того, чтобы изделию придать блеск. Например, в том же силиконе, если вы будете отливать, ваше изделие не будет блестеть. И работать силиконом не очень удобно, потому что силикон мягкий, да, а нам необходимо будет отстучать фигуру, чтобы все наши пузыречки вышли из формы. Соответственно, натирать можно ватным тампоном, то есть хорошо натирайте прям до блеска. Хорошо. Есть еще один лайфхак небольшой. Берете вот такие тряпочки микрофибра, они для посуды, то есть они, в принципе, там, химически не опасны, и ими натираете. То есть они более лучше придают блеск изделию. То есть натираете именно форму. Чем лучше вы натрете форму, не поленитесь, тем сильнее будет блестеть ваша шоколадочка. Вот так вот, хорошо, не ленитесь. Можете детей своих попросить натирать, мужей бедненьких наших, несчастненьких. Все, натираем. Ну, то есть, чем лучше натрете, вот видите, заблестела, заиграла формочка. То есть, шоколад, он принимает блеск той поверхности, на которой лежит.
Поэтому, если вы его разольете на этот силиконовый коврик, он примет форму, вот все впадинки силиконового коврика. Если вы его вылить, соответственно, в эту сферу, он будет блестеть как сфера. Если будет сфера матовая, силиконовая, блестеть он не будет. Ну и силикон сложнее чистить и натирать, сами понимаете. Я форму предварительно уже, конечно, натерла, чтобы не отнимать ваше время. То есть формы могут быть любые, вообще любые. Даже попробуйте, знаете, как бы как для конфет использовать. Я слышала, где-то видела, даже и читала. Формочки для льда. То есть они у каждого, я думаю, есть, потому что у всех есть холодильники, да, и обычно в комплекте к формочке идут. Вот, мы натерли наши формы, мы приготовили все заранее, чтобы потом не бегать, не суетиться. Далее мы формы окрасим. Для окрашивания, для термотрансфера нам понадобится какао-масло. Какао-масло мы берем, там, ну, буквально, не знаю, немножко возьмите себе. Вот столько, например. Здесь у нас стаканчики. Сам скажу, сколько. Там 30 грамм какао-масла, можно даже чуть-чуть поменьше. Какао-масло. Какао-масло нам необходимо сейчас предварительно разогреть, прежде чем сюда ввести цвет. У меня уже ранее были окрашены элементы какао-масла. Сейчас мы его разогреем. Все, далее мы будем использовать жирорастворимые красители. Что значит жирорастворимые красители? От слова растворяться в жире. Значит, они разойдутся у вас именно в какао-масле. То есть, если вы положите водорастворимые, для этих красителей необходима жидкость, вода. А жирорастворимые, они растворяются в малом количестве воды. Все равно даже в масле какой-то процент микро-микро содержится воды в том числе. Поэтому вот, разойдется все. Для того, чтобы вам придать плотности цвету, нам понадобится диоксид титана. Диоксид титана – это белый порошочек. То есть, вот такой он. Если вам не хочется, чтобы у вас был плотный белый, желтый цвет, например, красный, зеленый, там, можно использовать без. Мы сегодня для примера покрасим, например, эту формочку, здесь смайлики у нас, смайлы. Мы покрасим, например, половину желтой краской без диоксида титана, половину покрасим с диоксидом титана, то есть на примере вам будет видно. Работаем мы с молочным шоколадом. Я люблю молочный шоколад, он вкусный, детям очень нравится, и взрослым, и вообще всем. Опять же, для удобства работы, например, с цветами подойдет и такая вот штука, как она называется, палитра художника. То есть палитра художника продается, по-моему, во всех магазинах, даже в продуктовых, насколько я помню, чуть ли не в Ашане мы это, в эту форму встречали. Все, с ней удобно работать, вы сюда нальете цвет и сможете красить свой шоколад, не шоколад, свое изделие. Шоколад можно покрасить жирорастворимыми красителями. Например, вы сможете белый шоколад покрасить. Но для того, чтобы цвет хорошо разошелся, вам необходимо покрасить шоколад и пробить его блендером. И желательно оставить на сутки, чтобы разошелся краситель хорошо в какао-масло, в шоколад. Так, красителями для шоколада мы пользуемся вот сухими, они жирорастворимые, они очень недорогие, это индийские красители Роха, очень хорошо и широко представлены на рынке, цена там банки 100 рублей, вам этого красителя хватит на, не знаю, на веки, наверное, очень-очень экономично используется. Для работы также нам еще понадобится мешочек одноразовый, это просто для вашего удобства. Мешочек можно налить и отсадить шоколад аккуратненько. Мы используем молочный шоколад и будем темперировать сегодня шоколад без камня. То есть камень, конечно, это классический способ. На камне, несомненно, быстрее и немножко, может быть, даже более качественно темперируется шоколад. Но и без камня можно обойтись, особенно в домашних условиях. Я когда как темперирую? Когда я темперирую на камне, у меня есть стол для темперирования, полутораметровый стол в длину. И есть, соответственно, миска, шоколад и микроволновка. Ранее мы уже развели желтый цвет, просто желтый цвет в стаканчике. Чтобы просто сэкономить ваше время, мы не стали все красители красить при вас, мы нальем то, что у нас ранее было готово, нашу палитру. Сюда у нас будет пойдет желтый цвет, это ярко-желтый. У нас пойдет сюда еще синий цвет. Хочу синего сегодня добавить, красивого. Потом у нас пойдет зеленый,
мы на трансфере порисуем с вами что-нибудь интересное, можно нарисовать. Зеленый у нас подойдет нам цвет. И сейчас мы покрасим шоколад диоксидом титана. Ой, почему шоколад, я говорю? Мы покрасим какао-масло диоксидом титана. Какао-масло почти разошлось. Видите, жидкость такая у нас. Температура уже 35-36 градусов. По-хорошему, конечно, нужно какао-масло темперировать для окраски, но мы этого делать не будем. Я не темперирую, если честно, какао-масло. Для работы с формочками для окрашивания нам понадобится зубная щетка, мы побрызгаем с вами. Просто самая обычная зубная щетка. То есть новую купите, пожалуйста, то есть не используйте бэушную все-таки. Кисточки. Берите, пожалуйста, кисти синтетические, потому что из них ворс не так выпадает, почти не выпадает. Кисти самые обычные, абсолютно. Но эти кисти были пищевые, мы покупали, но я, если честно, не вижу разницы и отличия от синтетики. Так. Все, какао-масло наше готово. Смотрите, какао-масло полностью разошлось и приобрело вот такую вот форму жидкую. Температура у нас какао-масла 60 градусов. Мы сейчас какао-масло покрасим диоксидом титана для придания ему плотности белого цвета. Нам понадобится диоксид титана. То есть диоксид титана растворим, жирорастворим. Красители, весь шоколад, диоксид титана, все, что вам необходимо, вы можете приобрести в нашем магазине. cardamonclub.ru. Окрашиваете какао-масло, то есть оно, видите, желтит, до получения необходимого вам цвета. То есть оно пока желтого цвета у нас. Краситель уйдет достаточно, ну, много. По граммам завешивать не буду, все зависит от вашей массы. Здесь у нас было всего 30 грамм какао-масла. Ну, мы получили тот белый цвет, который нам хочется, хотелось бы. Давайте два белого, потому что синий у нас тоже недостаточно плотный. Трансфера нам понадобится пленка. Пленку, конечно, желательно взять ацетатную, но с ней у вас возникнут проблемы, потому что ее не так легко найти, и она стоит, ну, как бы достаточно больших денег. Ну, даже если поштучно покупать, в принципе, я думаю, можно справиться и без нее, не думаю, а знаю. Есть варианты, например, вариант, можно взять пленку, в которую оборачивают цветы. То есть, в принципе, вполне сойдет нам задача, чтобы ваша поверхность блестела. Можно взять пленку для ламинирования, то есть тоже вполне сойдет, то есть как бы ничего в этом нет. Можно взять обычный файлик, обычный файл для бумаги. Тоже задача, чтобы он блестел, был ровный. Знаете, вот такие есть очень яркие файлики, очень хорошо блестящие. Мы возьмем, не яркие, хорошо блестят. Мы возьмем пленку для ламинирования и на ней нарисуем рисунок. И в дальнейшем этот рисунок перенесем на шоколадку. С одной стороны он блестит, с другой стороны он матовый. Совершенно спокойно вы сможете с этой пленочкой сделать любые декоры. То есть можете покрыть какао-маслом окрашенным красителем, например, зеленым, свернуть в трубочку, налить шоколада и свернуть в трубочку, вот вам красивые завиточки. То есть здесь вы можете нарисовать любой рисунок, в принципе, чем вам не открытка ваша прекрасная. Ну, то есть поле для фантазии вообще безгранично. Я нашла ножницы, нам повезло. Ну, просто разрежу для удобства, потому что я хочу сейчас что-то здесь нарисовать и в дальнейшем перенести на шоколадку. Поэтому нам отмерим необходимый размер пленки. Буквально. Можно этого не делать, можно не резать. Здесь уже как вам, ваша фантазия вам говорит, как вам удобнее. Я абсолютно не художник, кто меня знает, те знают, что я с художествами не сильно дружна. Ну, мы что-нибудь с вами нарисуем, не знаю, цветочек, например, какой-нибудь и побрызгаем. Все, взяли мы. Давайте пальчики наши немножко подсотрем, натрем блестящую поверхность, мы натрем дополнительно тряпочкой. Вот так вот. Мы покрасим сейчас формы.
Половину, как мы и договаривались, мы покрасим просто желтым цветом, половину мы покрасим цветом, разведенным с диоксидом титана, с более плотным цветом. Вот буквально берем мордочки, мосички. На молочном шоколаде не так будет сильно видны эти формочки и мордочки, но на белом прям будет замечательно. Мы покрасили просто желтым, вот вы видите. Сейчас я считаю, что мне плотности не хватает, я хочу немножко уплотнить цвет. Я беру кисточку, макаю диоксид титана и в желтый. И у нас такой более плотный желтый получится. Вот для этого очень удобно работать с палитрой. Здесь вы понимаете, вы прям как настоящий художник. Ну, я так себя представляю, я, конечно, до художника недалеко, я, знаете, художник от слова худо. Это про меня. Вот. Вы видите, да, что цвет более плотный у нас получается. Мосечка прям такая заиграла. Все. Наша форма покрашена, видите. Здесь мы добавили диоксид титана, вот здесь. Здесь у нас без диоксида титана. Все, отставим нашу форму. Давайте покрасим чуть-чуть. Сейчас я подогрею буквально секундочку, мне уже... Красивый цветок. Это я так решила, что это цветок. Вот цветочек у нас есть. Вода ножичка, да? Наверное, так. Как считать, есть же ничего? Есть листики. Не судите строго, я не умею рисовать. Для того, чтобы, может быть, какой-то лайфхак, извините, подложите под низ распечатанный ранее рисунок и обведите его просто. Вот возьмите и обведите. Очень красивый. Как вы понимали, старалась я. Давайте усы еще немножко покрасим. Пусть они у нас будут чуть-чуть седоватые, не знаю, такие какие-то смешные. Смешные седые усы. Можете с детьми сделать краски и рисовать. То есть вот вам, пожалуйста, для фантазии много места. Мочим кисточку. В белом красителе. И пройдемся буквально вот так вот. Видите, вот ваш космос. И вот ваш космос. Хотите, чтобы рызги были разного цвета? Ну, возьмите 2-3 красителя. Так, 14:33. Так, космос наш готов. Давайте мы и здесь тоже космос на этой форме сделаем. Здесь у нас будет разноцветный, пусть будет. Так уж и быть. Совершенно разноцветный космос. Лучше делать все на ковре, чтобы вам было удобнее потом убирать. Ковер удобно мыть, а стол неудобно мыть. Поверьте моему практическому опыту. Покрасим наши формы какао-масло с разведенным в нем красителем, жирорастворимым. Все просто. Вот цвета. В принципе, вот наши изделия. Сейчас мы приступим к работе с шоколадом. Мы его начнем темперировать. Для этого нам понадобится место, во-первых. Уберем все лишнее. Кисточки нам больше не понадобятся. По поводу форм еще не закончила. Когда вы отработали с вашими формами, то есть вы залили шоколад, выбили шоколад, все у вас, они вам не нужны, помойте их, пожалуйста, за собой. То есть помойте горячей водой, кипятком. Не нужно их мыть с фейри, не нужно их мыть с другими жирорастворимыми средствами. То есть не то, что я там против фейри, абсолютно нет. Просто шоколад и жир не друзья. Жир отталкивает шоколад, и поэтому не очень хорошо может получиться в вашей форме ваш шоколад. И запакуйте, пожалуйста, в пластик. Вот у меня вот так все формы мои хранятся. Вот они помытые, упакованные вот в пленку. И все, и на хранение лежат. То есть они не портятся, не
не трутся друг от друга, то есть не деформируются. И вот аккуратненько лежат до того, как они мне понадобятся. Конфету, ганаш, основу и принципы мы рассмотрим в следующем уроке. Сейчас мы рассмотрим именно трансфер, шоколад, как с ним работать, что такое темперирование и прочее, прочее. Что такое темперирование? Зачем оно необходимо? Как с ним бороться, как с ним жить, почему и вообще зачем это необходимо. Темперирование, как вы понимаете, от слова температуры, то есть что-то связано с температурами. Мы берем шоколад в калетах, он уже темперирован на заводе. Шоколад в плитках, который продается в магазинах, он также темперирован на заводе. Просто по качеству шоколад в плитках нужно смотреть. Шоколад в калетах профессионально стоит не очень дорого, там от 58 рублей, 55 даже рублей. 55 рублей за 100 грамм, это по цене сопоставимо с не очень дорогим шоколадом в плитках. Но просто в плитках, вы сами понимаете, есть еще торговые накрутки, наценки, все остальное. Поэтому шоколад у нас идет в калетах, удобных для использования. Сегодня мы работаем шоколадом молочным компании Ирка. Есть еще неплохой шоколад Каргил, и хорошо известно на нашем рынке шоколад Бари Калибо. Это все хорошие шоколады, можете брать любой, который вам нравится, мы абсолютно не настаиваем. Просто мне он нравится именно по вкусовым качествам. Он больше похож, знаете, на такой зефирный какой-то у него вкус, что ли. То есть прям очень вкусный. Приходите в гости, кстати, угощу. Смотрите, есть у шоколада еще такое понятие текучесть, капли. Что это? Вот часто-часто люди задают мне этот вопрос: что такое текучесть, что такое капли, как вообще с ними бороться и как жить. Все просто. Текучесть – это как течет шоколад, насколько с ним удобно работать, для каких целей он вам необходим. У этого шоколада 3 капли. Это говорит о том, что шоколад очень удобен будет для корпусной конфеты, для обливной конфеты. Вот видите, корпус делают, на картинке нарисован. Для того, чтобы сделать 3D-фигуры, залить в плитку фигурку сделать, да, и, соответственно, для ганаши, тортов и все остальное. Это говорит о том, что шоколад очень хорошо течет, то есть неплохо течет. 4 капли вообще будет очень быстро течет хорошо. То есть, когда вы будете заливать, например, в поликарбонатную форму, залили в форму, чтобы он у вас хорошо вытек, когда вы будете его отбивать. То есть будете отбивать шпателем, соответственно. Если шоколад плохо течет, он такой густой будет, вязкий, в нем меньше содержания какао-масел, то вам будет с ним тяжело работать, например, при работе с корпусными конфетами либо с обливными конфетами. То есть на практике вы даже поймете и увидите. Например, шоколад Ирка откровенно хорошо течет. Молочный хорошо течет, и у Каргила течет меньше, у Каргила больше к 2 каплям. Очень хорошо видна текучесть на белом шоколаде. Например, Каргил, белый шоколад, вообще для обливной конфеты не подойдет. Он не подойдет для корпуса, с ним очень тяжело будет работать. Но для плитки шоколадной вполне, потому что плитка шоколадная, она очень простая, залил, отстучал, не нужно ничего более. То есть почему бы и нет? Например, Каргил тот же самый очень хорошо подойдет для муссовых тортов, потому что какао-масел меньше, очень хорошо стабилизируется, кристаллизируется вполне себе. Подойдет он также хорошо, как я уже говорила, для плиток. Для конфет больше вельвет у него 3 капли, если я не ошибаюсь, у Ирки тоже 3 капли, но я его темперировала, он очень хорошо течет, с ним удобно работать. То есть все шоколады, которые мы продаем, мы с ними работали и можем вам сказать, для чего и как он нужен. Но чтобы вы умели выбирать, запомните, пожалуйста, если вам нужен шоколад для работы с корпусной конфетой, делать корпус, делайте корпус, либо для работы с обливной, об этом мы поговорим в следующем уроке, конфетой, то вам необходимо 3 капли. Если просто залить формочку, и не нужно делать корпус, то 2 капли. На ганаше 2 капли вполне. То есть на то, чтобы сделать подтеки на торте, 2 капли. То есть не гонитесь. Хорошо, у вас дома только шоколад с 2 каплями, а вам хочется сделать корпус. Прям очень сильно хочется, но тратиться на новый шоколад у вас нет возможности либо желания. Возьмите, пожалуйста, 10-15% какао-масла и с ним интеперируйте ваш шоколад. Тем самым вы увеличите текучесть шоколада. Так просто. А вы думали? Итак, мы приступаем к темперированию шоколада. Мы его сейчас нагреем до определенной температуры, об этом я вам скажу и покажу вам шкалу. Потом мы остудим и начнем с ним работать. У нас есть 3 вида шоколада, это белый, молочный и темный шоколад. Соответственно,
у нас есть шкала. Сейчас мы будем говорить именно про шкалу для темперирования способом посева, так называемого, когда мы топим основную массу и далее добавляем процентов 20 калет. У нас здесь 200 грамм шоколада, ну и, соответственно, 40 грамм калет. Чем больше шоколада, тем с ним удобнее работать. Если вы планируете заливать несколько плиток, например, у вас нужно вам там 5 плиток залить, то темперируйте около полкилограмма, ну, полкилограмма шоколада, потому что у вас идет по 100 грамм. По 100 грамм у вас, например, на плиточку. Если у вас, еще раз говорю, что-то не получилось, шоколад всегда можно переплавить. Главное его не сжечь. Итак, у нас есть темный шоколад, буковка Т. У нас есть молочный шоколад, и у нас есть белый шоколад. Сейчас мы будем, я вам покажу обязательно шкалу. Сейчас мы будем нагревать шоколад. Также еще прошу обратить внимание, что в принципе на пачках есть шкала. Почти все производители, которые фасуют для физических, для конечного потребителя шоколад, есть шкала. Можете ее посмотреть на своих пачках. Ну, кроме Каргила, потому что он идет 25-килограммовый в пачках, и там, кроме как производителей состава, ничего нет. Итак, темный шоколад мы нагреваем до температуры 50-55 градусов и остужаем до рабочей температуры 31-32 градуса. Сейчас я вам покажу. Молочный мы нагреваем до температуры 45-50 градусов. И остужаем до температуры 30-31 градуса. И белый мы, соответственно, нагреваем до температуры 40-45 градусов. Здесь вот в этом плане все просто. Это посев у нас идет. И остужаем до температуры 29-30 градусов. Так, сейчас я вам покажу. Сделайте принт-скрины, сфотографируйте себе. Все. Это у нас методом посева, еще раз говорю. То есть, если кто сейчас начнет меня кидать тапками, что эта шкала неверная, там, она неверная для работы с камнем. Но сегодня у нас речь идет именно о посеве, поэтому о нем и будем говорить, чтобы не путать тех, кто вообще не работал с шоколадом. Девушки и юноши, не бойтесь, пожалуйста, работать с шоколадом. Он прощает ошибки. Ну, кроме одной, когда вы его сожгете. Вот сегодня я сожгла, например, шоколад, и у меня в цеху сейчас не очень вкусно пахнет. Так. Греем наш шоколад в микроволновой печи на 800 градусов у меня импульсами по 15-20 секунд. Я сейчас удалюсь, разогрею, и мы затемперируем шоколад наш. Разогреваем, распускаем все наши вот частички шоколада, перемешиваем аккуратненько лопаточкой. То есть доводим до жидкого состояния. Используем для измерения пирометр. Вот такая вот штука. Если нет пирометра, можно использовать игольчатый термометр. Просто это не очень удобно и достаточно долго набирает температуру пирометра. Буквально там одну миллисекунду, и у вас уже температура вам понятна. Используйте, пожалуйста, пластиковую посуду, потому что пластик имеет низкую теплоотдачу и не быстро нагревается. Стекло у вас нагреется и потом будет подогревать ваш шоколад. Вам это не нужно, что процесс у вас не остановится. Я люблю, конечно, больше кувертюры. Это сорта Original, они очень вкусные, необычные. Возьмите себе по 100 грамм, попробуйте, вот правда очень вкусно. Вот вы поймете, что такое темный шоколад на самом деле. Кувертюр, например, Куба и Танзания, вот у нас есть в продаже они. Если вот пробовать, особенно просто с черным шоколадом, ну, вот у вас для пробы. Увидите разницу. Видите, уже вот. Знаете, какой он текучий, какой жидкий. Просто видите, как вот. Это он еще не до конца у меня растопился даже. То есть здесь у нас есть калеты нерастопленные. Температура 35 градусов. То есть еще немножко будет готов. Это вот это та текучесть, о которой я вам говорила. Все, мы растопили шоколад и добавляем в него 20% калет.
То есть точное количество, точный вес я вам не могу сказать, потому что 20-25%, потому что все зависит от температуры помещения, от температуры самого шоколада. Вот у меня сейчас шоколад, температура его 22 градуса, потому что у меня поверхность, в принципе, в цеху 21-22 градуса. Может быть, у вас теплее будет, поэтому вам нужно будет побольше шоколада. Может быть, у вас будет холоднее, поэтому вам шоколада понадобится поменьше. Все зависит от вашей температуры. Все, засыпали шоколад и очень активно вымешиваем. То есть не нужно его оставлять и уходить. Нет, нужно работать, нужно вымешивать. То есть вот ручками-ручками работайте, перемешивайте очень активно, чтобы шоколад быстро разошелся и все ваши калеты разошлись. И нужное количество бета-кристаллов, как их называют, у вас перешло в шоколад. То есть вы растопили шоколад и разрушили всю кристаллическую решетку. Для того, чтобы она обратно у вас выстроилась, вам необходимо получить кристаллы типа бета. Их, конечно же, не видно. Эти кристаллы как раз и позволяют вам, вашему шоколаду, быстро принимать форму, быстро застывать. Если вы просто растопите шоколад, он будет очень долго застывать, очень долго застывать. И в руках будет в дальнейшем таять моментально. Просто вот вы взяли плитку, и у вас сразу в руках она потекла. Вы насыпали, например, какао калет, и вам не хватило этого количества, то добавьте еще несколько штучек, чтобы они опустили вашу температуру до рабочей. Ну, почему несколько штучек? Потому что если у вас не разойдется 1-2 калетки, вы их сможете достать вручную. Иначе это будет у вас центром кристаллизации, и вся масса вокруг него начнет густеть. То есть, смотрите, у нас шоколад уже приобрел рабочую температуру. У нас 32,4 еще немножко, и она будет рабочей. 32,6 уже, в принципе, шоколад готов. Но при этом он сохраняет свою текучесть. Смотрите, как он течет. Вот о чем я вам говорила, говоря про текучесть шоколада. То есть, будете работать с другим шоколадом, также лопаточкой возьмите, попробуйте и увидите, как он течет. То есть вот с этим шоколадом вам будет удобно делать корпус. Будет хорошо вытекать из формы. Собирайте хорошо со стеночек, чтобы у вас шоколад не оставался на стеночках. Потому что на стенках он быстро остывает и начнет дополнительно кристаллизовать ваш шоколад. Вот у нас температура 39, 31, 30 градусов. И мы приступаем к созданию наших шоколадных шаров. Мы ранее окрасили фигуры какао-маслом. И сейчас берем наши фигуры и заливаем в них шоколад. И оставляем на какое-то время, буквально небольшое. Оставляем мы их для того, чтобы ваш шоколад застыл на стеночках. И они были и не толстыми, и не тонкими. Буквально ненадолго. Фигурки ваши нужно будет постучать, чтобы они хорошо приняли. И начинаем выливать. Постучите немножко по фигуркам, из того, чтобы весь лишний шоколад у вас вылился, ну, чтобы у вас стенки были не очень толстые. Переверните, чтобы весь лишний шоколад у вас стек. Если вы посмотрели и поняли, что вам, например, корпус кажется немножко тонковатый, можете еще раз залить, повторить процедуру за раз, еще на раз. Вот так вот и делаются полые фигуры, 3D-фигуры. Любые 3D-фигуры можно таким образом сделать. Вообще. Собачек, кошек, каких-то самолеты. Видите? Все, оставили. Посмотрели на... Шоколад у нас чуть-чуть остыл, 28,6. Мы его подогреем до рабочей. До рабочей температуры его можно подогреть в микроволновой печи буквально там импульсом 10-15 секунд.
Если у вас микроволновой печи нет, можно, конечно, подогреть и разогреть ваш шоколад на паровой бане, но это очень долго, и есть шанс, что ваш шоколад попадет в вода. Также можно подогревать строительным феном, но как бы не хочется у него еще доставать. Все, мы подогрели наш шоколад немножечко. И сейчас мы зальем наши фигуры. Для этого мы используем мешок. Просто мешком удобнее. Можно без мешка, конечно, но не так удобно будет вам. Мешок не обязательно использовать сильно плотный. Я пользуюсь самыми обычными, китайскими, которые есть у всех, по-моему, в наличии. Если нет, можете у нас в магазине их приобрести там хоть одну штуку. Мешок, опять же, не обязательно использовать. Это так. И заливаем наши шоколадочку шариками. Ну, вот так вот просто заливайте. Просто удобнее контролировать толщину. Ну, чтобы вес был у шоколадки известен и понятен, можете заливать на весах. Для того, чтобы распределить равномерно шоколад и выгнать все пузырьки, постучите. Если у вас тут, вы поняли, что немножко перелили. Смотреть, если у вас пузырьки или нет, вы можете вот таким вот образом. Ну и чтобы идентифицировать в дальнейшем, что это та же шоколадка, которую мы с вами залили на мастер-классе, мы на нее наклеим этот чудо-цветок. Это просто совершенство мое, красоту неописуемую. Мы наклеим, тем самым мы сделаем термотрансфер, друзья мои. Аккуратно наклеивайте. Возьмите палочку, желательно даже, наверное, больше кисточку, чтобы у вас воздух выгнать. Вот так вот просто делается трансфер. Все, оставляем кристаллизоваться. Обычно шоколад кристаллизуется очень даже неплохо при комнатной температуре. У вас температура 18. Вот видите, шоколад правильно темперирован и уже застыл. Вот сколько прошло там, минута две, вот он уже застывший. Вкусно, аж жуть. Люблю шоколад. Мы заливаем нашу форму на сиусы. Я очень ее искренне люблю, она такая смешная. Во-первых, когда ты заливаешь усы, они пахнут, когда ты вот начинаешь их примерять для фотографий или прочее. Клиенты, знаете, как дети жалуются. Ну, я сама помню. Очень рада вас, не устами носилась. Смешно, детям нравится. Продается, кстати, неплохо. Ну, в плане продаж именно как шоколада. Точно так же. Отстучали, чтобы у вас все лишнее вышло. Воздух имеется в виду. Лишнее сняли, если вы поняли, что немножко вы... Палочки. Самые обычные берете. Вставляете. Здесь просто есть пазы в этой форме для палочек. И все, наши усики готовы. Тут немножко вымазали. Все также отставляем кристаллизоваться. То есть вы поняли, да, нарисовать можно все, что угодно. Любой цветок, любой элемент. Если у вас талант какой-то у вас есть в рисовании, ну, в отличие от некоторых, я вообще не обладаю талантом. На проекторе, кстати, его можно нарисовать, либо просто положить бумажку под низ. Все, вот такая вот штука у вас готова. Оставляем кристаллизоваться. Не знаю. Мы оттемперили шоколад, мы залили наши формы. Сейчас они у нас кристаллизуются при комнатной температуре. Где-то минут 15-20 будут кристаллизоваться. В принципе, я, скорее всего, сейчас их уберу в холодильник, чтобы завершить процесс на ваших глазах.
Ну, вам не советую этого делать в случае, если вы работаете с конфетой либо с шоколадом на продажу именно как форму, потому что он не очень правильно кристаллизуется и будет подтаивать в руках. Но для кондитеров, в принципе, вот эти шары можно спокойно через холодильник пускать. Во-первых, они лучше будут у вас выскакивать из форм, во-вторых, ваши торты все равно стоят в холодильнике. Почему еще нельзя в холодильнике ставить и вообще хранить ваш шоколад? Потому что там же влажность, там конденсат. Конденсат – это враг шоколада. Шоколад у вас будет схватываться, комковаться и вообще будет себя вести не сильно хорошо. Так, по поводу какао-микрио. Какао-масло микрио. То есть какао-масло микрио – это то же самое какао-масло, просто оно такое вот, оно темперировано также, и оно в форме порошка. Такого чудесного порошка. Какао-микрио необходимо 1% от массы. То есть вы можете просто нагреть шоколад ваш до температуры плавления, там, в зависимости от какого вида шоколад. Например, тот же молочный мы могли бы нагреть до 40-45 градусов, остудить от температуры 34 градуса, просто остудить, помешивая, не колеть, не добавляя ничего, просто остудить. Это такой более долгий метод, да, там можно даже оставить его, там, делами своими заниматься, помешивать периодически. И добавить всего 1% какао-микрио на всю массу. Например, у вас темперируется там килограмм, вам нужно всего 10 грамм. 10 грамм. У вас здесь уже содержится необходимое количество бета-кристаллов, которые позволят вам быстро и правильно темперировать шоколад. Сейчас я вам покажу, кстати, что такое темперированный шоколад, что такое нетемперированный шоколад. У меня здесь получился образчик. Все, вы добавили 1% от массы. Хорошо перемешали, опустили до рабочей температуры. У вас получается рабочая температура в зависимости от вида шоколада, например, в случае молочного, 30-31 градус. Все, вы готовы к темперированию. То есть какао-масло вам позволит не допускать ошибок. То есть с ним реально проще. Я работаю с микрио, не то, что я там рекламирую, надо брать. Ребят, ну то есть если у вас с темперированием проблемы, и вы мучитесь, возьмите микрио. 1%. То есть это получается, до этой банки вам хватит на 600 килограмм. Ну, вы понимаете, 600 килограмм шоколада – это прям сильно много. То есть 100 грамм вам хватит на, ну, на 10 килограмм. 10 килограмм – это вам утемперироваться. Ну, и немножко текучесть чуть-чуть повышается, поэтому, ну, это не проблема. Опять же, как вы видите, для стейков очень хорошо. Какао-масло даже на ручки можно помазать, ну, то есть если у вас руки сушатся. Вот такая вот чудная штука, чудо-порошок, как я его называю. Смотрите, у меня, я вам сейчас немножко покажу, что у меня происходит здесь, уже, в принципе, на ваших глазах, да, на ваших глазах этого не видно, потому что вы здесь не присутствуете. Смотрите, в чаше у меня остались остатки шоколада, видите, вот он застыл. То есть, в принципе, я надеюсь, что вам видно, что все застыло. Этой лопаточкой мы размешивали шоколад, когда плавили. Когда темперировали, соответственно, вот у нас тут элемент, да, то есть частично шоколад, видите, то, что темперирован, застыл, а вот шоколад не темперирован, он до сих пор в жидком состоянии, то есть он будет очень долго застывать, потому что ему не хватило кристаллов. Вот вам хорошо темперированный шоколад, то есть, в принципе, вот у меня уже шоколад матовый, то есть он застывает. Сейчас мы поставим наши изделия в холодильник, чтобы они быстрее схватились. Ну вот усы уже почти готовы. Либо я могу их оставить на столе и подождать, пока они полностью у меня схватятся. А хорошо оттемперированный шоколад, когда он правильно оттемперирован, он немножко сжимается. Это обычная физика. И поэтому ваш шоколад должен делать так. Я не бью ничего. Оп. Ваша плиточка должна именно, ну то есть они вот только сделаны, как говорится, хоп. То есть мои плиточки легко-прилегко выходят из формы. Все, они готовы. Стучат. Для того, чтобы склеить шарик, нам понадобится поверхность горячая. Нагреем для этого кастрюльку. То есть вот они, наши полусферы, они блестят. Мы сейчас склеим, и у нас получится вот такой замечательный шар. Кастрюлька у нас горячая. Берете две сферы на горячую поверхность. Фу. Сильно я разогрела кастрюльку. Аж пригорел.
и потом почистим. Все, шарик наш готов. Сейчас мы его чуть-чуть подстынет, почистим его. Вот он, шарик наш. Вот они наши усы. Тоже, кстати, можно объемными их сделать, если вы их склеите. Наши усы. И вот они, наши ключи. Если у вас что-то лишнее, почищайте ножом. У меня ножа под руками нет. Вот так вот буквально. Вот вам ключ ваш. Сейчас шарик буквально чуть-чуть подстынет. И мы соберем. Старайтесь не трогать ваш шарик руками особо, потому что в руках шоколад тает. И ваши изделия, и остаются ваши руки. Буквально. Перегрела я поверхность, нужно было немножко нагреть, а я его сильно нагрела. Поэтому, ну, ничего страшного. Имейте в виду, аккуратненько прям. Шоколадки наши готовы. Оп. Треснуло, потому что у меня мало шоколада было залито. Вот ваш трансфер, наш трансфер. Да, шоколадку мне треснуло, потому что, ну вот, ну, в принципе, вам суть понятна. Смотрите, как блестит. Очень сильно блестит. Очень мало мне было шоколада, нужно было побольше положить. Ну, в принципе, вам понятен. Вот наша шоколадка с одной стороны. Вот наша шоколадка. И вот наша шоколадка с другой стороны. Принцип трансфера вам понятен. Следующая у нас картинка. Красивый, очень красивый цветок. То есть там, где не очень прилегала картиночка, видите, не перенесся. Оп. Вполне себе. То есть, обратите внимание, там, где какао-масло было неплотное, видите, не очень хорошо прокрасился. Здесь вот желтенький. Почему не прокрасились некоторые элементы? У нас какао-масло успело остыть. Нужно было чуть-чуть его подогреть, чтобы у вас полностью ваши мордашки покрасились. В принципе, все. Это у нас самая обычная пластиковая форма. Вот чем вам не шарик. Все. Так. Вот наш рисунок. Очень красивый. Так как мы форму очень хорошо начистили, все блестит, видите? Блеск. На следующей неделе у нас будет вторая часть по шоколаду. Мы будем работать с формами, с поликарбонатной формой и с пластиковой формой для конфет. Потому что не у всех возможность есть купить поликарбонатную форму. А также мы сделаем ганаши, научимся правильно ароматизировать наши ганаши и сделаем вкусные конфетки. Мы будем делать лавандовый трюфель, обливную конфету сделаем, обсыпную и все остальное. Все, спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.